Крымские татары этим выборам значения не придают, потому что они незаконные. И в подавляющем большинстве они будут их бойкотировать. Но будут бойкотировать, не бойкотировать, все равно, конечно, напишут те цифры, которые нужны кремлевским властям. Например, в референдуме 16 марта участвовали, по точным нашим данным, всего 34% жителей Крыма, но написали, участвовали 85%, и 95% из них проголосовали за присоединение к России. Примерно то же самое, видимо, будет здесь.